Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Страница 29, упражнение номер 105. Для легкового автомобиля требуется 9 литров бензина на 100 км пути. Сколько литров бензина потребуется на 500 км пути при той же норме расхода бензина? Давайте сначала узнаем, сколько раз по 100 км содержится в 500 км. Для этого нужно 500 разделить по 100. Получится 5 раз. 5 раз по 100 содержится в числе 500. 5 раз содержится в 500 литрах по 100 литров. Значит, 5 раз, а легковому автомобилю потребуется 9 литров. Сколько это всего литров? По 9, 5 раз. 9 нужно умножить на 5. Получится 45 литров бензина потребуется на 500 километров пути. У нас стоял вопрос, сколько литров бензина потребуется на 500 километров пути. Мы можем записать ответ на этот вопрос. 45 литров бензина потребуется на 500 километров пути при той же норме расхода бензина. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.